Попробуйте объяснить ребенку, что лечить зубы – это совсем не больно. Вряд ли он вам поверит на слово. Остается только одно – доказать делом. И в этом вам поможет детская специализированная стоматологическая клиника. В чем ее принципиальное отличие от обычной стоматологии, расскажу сегодня в программе. Ребенок, как правило, познает мир опытным путем. Многие не верят, что утюг горячий, пока сами его не потрогают. Так и с посещением стоматологической клиники. Пока ребенок сам не убедится, что ему там никто не сделает больно, вряд ли он в это поверит. Именно для этого и существуют специализированные детские клиники. Как только ребенок переступает порог, у него не возникает чувства тревоги и страха. Ведь обстановка вокруг спокойная, дружелюбная. В ожидании приема ребенок может посмотреть любимые мультфильмы на плазменном экране или порисовать. Что же касается специалистов, то это не просто детские стоматологи, это профессионалы своего дела, готовые к любым перепадам настроения маленького непоседы. Врачи специализированных детских стоматологий способны выполнить свою работу практически при любых условиях. Кстати, в стоматологическую клинику можно обратиться не только для лечения зубов, но и с проблемой прикуса. Для этого ортодонты используют различные ортодонтические аппараты. В детском возрасте это могут быть как пластины, так и более современные тренеры различной модификации. Подросткам и взрослым пациентам для исправления прикуса могут быть предложены на выбор различные брекет-системы. Как простые металлические, так и более эстетические, то есть менее заметные для окружающих. К ним относятся керамические, сапфировые, самолингирующие и лингвальные брекеты. Правильно оценить масштаб проблемы, а значит подобрать оптимальный вариант лечения, поможет современный аппарат – ортопантомограф. Это стоматологический рентгеновский аппарат, делает панорамную или 3D-съемку всей челюстной зоны. На снимке, сделанном с помощью ортопантомографа, видно обе челюсти и все зубы полностью. Этот аппарат незаменим также при лечении и протезировании зубов. Поэтому в стоматологической клинике есть также взрослый кабинет, где не только вылечат зубы, но и окажут услуги протезирования. Так что всего за одно посещение стоматологической клиники можно сделать сразу два дела. Позаботиться о своем здоровье и о здоровье своего ребенка. СТМ клиника на Аксакова, 28. Детская стоматология и ортодонтия. Ваш ребенок больше не будет бояться. Телефон 665-313.